стройка, и на нас можно в социальных сетях подписываться, да, отмечать нас всячески или просто наслаждаться следующей песней друзьями. Thank you.
Ребята, участники, все, кто подошел на танцевальную площадку Dance Battle и хочет зарегистрироваться, вам нужно будет подойти вот к девочкам в белой футболке, там еще справа на стене, и здесь город Спасибо, что были сегодня. О, нет, вы никуда не уходите, были с нами. Да, но у нас, смотрите, у нас приз рассчитан на двух человек от Union Trail. Поэтому, кто сколько на... Я, честно говоря, сбился. Три? Пять правильных ответов. Тогда вот приз парню мы подарим. Где у нас парню? Вот Union Trail. Это тебе? Ну и, собственно говоря, Union Trade, агентство недвижимости. Сегодня твой день, такой лозунг, это вам, как сегодняшней победительнице. Ну, я надеюсь, никто не обиделся. Я старался как мог увидеть, да? Ну, давайте через 15 минут будем обниматься тогда уже, что там. Простим друг друга в этот замечательный праздник, да? Друзья, мы продолжим через некоторое время, сейчас тоже немного танцев. Те из вас, кто только что приехали и не знают, какая где локация, могу вкратце объяснить, что... С агентством Union Trade можно ознакомиться вот в этой белой палатке. Там баннер такого бирюзового цвета с белыми вставками. Я, честно говоря, не знаю, что это отсюда, не вижу. Но все, нет времени туда подойти. Но мне говорят, что это можно там фотографироваться. Волна! Это волна, бирюзовый цвет, а это пена, морская пена. Саша, думай, надо было сказать. Ну серьезно, я вот сегодня, посмотрю, там я все отвлекаюсь. В общем, с анкетами как у нас дела там остаются? Пол коробки, ну еще продолжаем принимать. Thank you.
убьет меня точно, просто на тройное сальдо. А как у вас? Давай. Пока вы ждете свои подарки под любимого пара, все понятно, все так просто. Как у вас? Самый сложный элемент, который вы делаете? Thank you.
спасибо большое, что вы пришли на концерт. Мы называемся Сойка. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Мы будем рады. Приходите на наши концерты. И оставайтесь сегодня здесь. И здесь еще выступит много классных музыкантов новосибирских. Ура! Спасибо! Так они сколько лет зашли, я не знаю.